Доброго всем времени суток. Сегодня будем тестировать литий-ионные аккумуляторы. Мне вот интересно посмотреть график разряда вот этих вот на китайских поделок. Да и пора мне уже провести ревизию, ибо скопилось их довольно-таки много. Какие выкинуть, каким подарить вторую жизнь в других устройствах. Так вот, как работает весь этот пучок проводов? Здесь релейный модуль, который подключает к батарейке резистор на 12 Ом, через который батарейка разряжается. Ардуино, которое смотрит напряжение на батарейке и каждую секунду пишет показания на SD-карту. И как только напряжение упадет ниже 2,5 вольт, отключит резистор, перестанет писать и скажет, что все закончено. Ну и потом из всех этих показаний, которые будут на SD-шке, в Excel можно будет посчитать примерную емкость и построить график разрядки. Я думаю, можно включить разрядку. И вот в данный момент пошли записываться данные на SD-шку. И пока все это дело тестируется, можно рассказать, как это все дело выглядит в коде. Он, само собой, уже написан. Да и чуть не забыл, так как так как АЦП использует в качестве опорного напряжения питания, которое 5 вольт, и эти 5 вольт должны быть железобетонно стабильными. Иначе будем получать неверные данные о напряжении. В идеале нужно было бы включить внутренний источник опорного на 1,1 вольт и подключать батарейку через делитель напряжения из высокоточных резисторов. Ну, таковых у меня нет. Работа с SD-карточкой полностью основана на вот этом вот примере. Пример этот пишет файл значения с АЦП. То есть подходит он просто идеально. Здесь библиотека для работы с экраном, объекты, необходимые глобальные переменные. В сетапе изменен вывод всех ошибок на экран, а не в сериал соединения. Здесь функция для работы с кнопками. Запись в файл выведена в отдельную функцию. То есть все, что приходит в эту функцию, попадает в этот файл. Ну, если ошибка, соответственно, показывает ее на экране. Ниже функция для тестирования самой батарейки. При вызове функции файл пишется 0, обозначающий начало, включается реле. И дальше крутится цикл, пока напряжение на батарейке не станет меньше 2,5 вольт. В цикле считываются данные с аналогового входа, переводится в напряжение, пишется это напряжение в файл, выводится это напряжение на экран и ждем одну секунду до следующего раза. Когда цикл отработал, выключаем реле, вводим на экран end и крутим бесконечный цикл, так как программа завершила работу. В цикле также выводим напряжение на экран и проверяем нажатие кнопки. Если нажата первая кнопка, вызываем функцию тест. Вот так это и работает. А это вот содержимое файла, которое я вот поместил в Excel и построил график. На этом все. Спасибо за внимание. Пока.